В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. У актрисы якобы обнаружена онкология. Во время открытия ювелирного бутика в апреле у нее на шее замечены шрамы, которые могли остаться после биопсии за грудинных узлов. Врачи отмечают, что на здоровье звезды могло негативно сказаться ЭКО. Напомню, актриса недавно в третий раз стала мамой, подарив дочь Милену своему мужу Петру Чернышову. На фоне этих слухов Анастасия отменила свое участие в спектакле «Все мужчины делают это». Актрису заменила ее коллега Ирина Сотникова. «Да, Анастасия приболела», – сказала Ирина. Однако представители Заворотнюк утверждают, что отменено всего одно выступление. И вовсе не из-за проблем со здоровьем. По их информации, Петр оформляет жене и дочери американское гражданство.